сейчас я иду на кастинг «Супер интуицию» на новом канале. Я должна была прийти на этот кастинг еще в прошлую пятницу, но я забыла поставить будильник. Вот, поэтому мне дали шанс прийти еще в эту пятницу, в следующую, то есть. Хорошо, что мы не учимся по пятницам, и я могу прийти свободно в пятницу, не спрашиваясь. К сожалению, не могу сейчас снимать, потому что ориентируюсь только по навигатору, но я буду там в роли блогера. Я один раз просто интересно было ради прикола. Ну, посмотрели, довольно так смешно получается. Кем планируете быть? По профессии работать? Да, по профессии интересно, поэтому... Я уже иду обратно, купила себе кофеёк, потому что я замерзла, и обычно у меня руки всегда мерзнут. Все прошло хорошо. Я рассказала все, что хотела. Я не волновалась, как обычно, знаете, потому что когда я волнуюсь, я все забываю. Поэтому я себя как-то попыталась настроить сильно не волноваться, потому что, ну, это кастинг, это ничего страшного, не пройду, так не пройду, потому что на роль блогера там много девочек-мальчиков. Сейчас мы будем снимать программу «Ясно-понятно». Мы, наверное, начинаем. Вот так выглядит Привет студия. Всем! Ищите нас на канале «Сквозь», точнее, не нас, а Юлю. А я оставлю ссылку. Руби с плеча, Илюха. Наверное, так нос. Да, есть. Сложно. Ну? Ну, давай. Огурец. Да. Да, это горький огурец. Бич, у тебя полтора балла, красотка. Но это наши все сербские слова, правильно? Да. Окей, теперь мы переходим к болгарским. Отпей, что ли, тебе? Отпей. IT-оркестр. Два парня в очках, которые воображали себя певцами, но играли видеоигры, пели это и записывали себя на компьютер. Обожаю записывать себя на компьютер. Не, круто, на самом деле, это было хорошо. Держи, вот это интересный будет момент. Смотри, у нас есть новости и от подписчиков, они пишут нам в комментарии кучу себе, может, свали, как это расшифровывать. Твоя задача, я сейчас просто, смотри, буду сидеть здесь. Объясни. Я просто тебе подвину этот листик, ты его возьмешь, хорошо? И скажешь, типа, у нас экстренная новость от, берешь этот листик и говоришь его имя, просто читаешь его, окей? Mm-hmm. И в этот момент уже на экране будет появляться новость. Mm-hmm. Хорошо? Ты готова? Рома, покажи сначала, как ты будешь это делать. Я это делаю вот так вот. Супер. И ты говоришь, у нас экстренная новость от, и читаешь, mm-hmm. окей? Готова? Да. Yeah. Поехали. У нас экстренная новость от Руслана Агаева. Енот в помощь. Американское вино... Променял мужчина на пиво. Зайцы убежали, но машина их догнала. Машина взорвалась и утонула. Машина взорвалась и утонула. Чего бы? Мы уже отсняли, мы снимали ясно-понятно и эмоджи-новости. Вот, это было сложно, если честно, но смешно. Ждите Юлькин звездный час. Будет класс. Это такой позор. Серьезно. Так тупить. Не, ты клево тупила. Знаешь, все по-разному тупят. Иногда люди просто смотрят слова и такие, нет вариантов. Я говорю, ну есть какие-то хотя бы ассоциации, я не знаю, минимум какой-то. Что было ассоциации, просто мы. Да, например, кукла. Ну просто когда нет ассоциации вообще, я говорила же что-нибудь. Игл, ну что это? Главное, что ты знала, как это читается. Это было неправильно. Нет? Нет. Был угол, на самом деле. Это был угол. Ну ладно. Саша, что мы сегодня делаем? Мы сегодня выступаем. Чуть-чуть там что-нибудь поговорим. Мы сегодня ведущая на концерте в больнице для военно-раненых. Госпиталь. Сегодня все очень ответственно, но сценарий, который нам сегодня дали, мы видим, можно сказать, впервые. Ну, как бы да, впервые. Это так очень... Ну, мы же типа настоящие артисты, мы совсем справились.
Мы должны быть готовы к любым препятствиям. Что? Что вы делаете? Если я там готов. Мне девочка с комнаты заплела прическу красивую, но я сейчас поняла, что все равно ничего не видно будет, потому что все сзади. Объясните теперь нам, актеры, почему я не так сделал.